По случаю отмечаемого 21 марта Всемирного дня поэзии, уйгурский поэт Азиз Исаэль Кун, президент уйгурского поэтического клуба, напомнил об уйгурских лириках, находящихся в китайском плену. 21 марта был провозглашен ЮНЕСКО в 1999 году Всемирным днем поэзии для содействия языковому разнообразию через поэтическое самовыражение и расширение возможностей для языков, находящихся под угрозой исчезновения. С 2017 года Китай арестовал и подверг преследованиям более 500 уйгурских поэтов, приговаривая их к длительным тюремным срокам за преступления, связанные с написанием стихов. Эти поэты, в том числе такие известные, как Абдукакир Джалалидин, Перхат Турсун, Аблет Абдурешит Берки, Рахим Ясын Кайнами, Адил Туньяс и Гульниса Имин Гульхан, теперь оказались за решеткой, и единственным их преступлением стало то, что они смело делились своим мнением через поэзию. Мировое сообщество несет огромную ответственность за защиту уйгурского населения и прекращение геноцидных преследований со стороны Китая. Длительная безнаказанность Китая за грубые нарушения прав человека представляет собой тревожную угрозу для глобальной стабильности. 19 марта состоялась конференция, организованная студенческим союзом Лёвенского университета совместно с Бельгийской уйгурской ассоциацией и Самуэлом Кагалати, представителем Бельгийской партии «Зелёных». Главной темой мероприятия стал геноцид уйгуров и уйгурская идентичность. По словам Акбера, президента Бельгийской уйгурской ассоциации, на конференции была представлена исчерпывающая информация об исторических предпосылках геноцида уйгуров и о современном положении уйгуров. В этом важном мероприятии приняли участие студенты факультетов международных отношений, стратегических исследований, социологии и антропологии. Студенты пришли с глубокими исследованиями об уйгурах и подняли важные вопросы о связи геноцида уйгуров с политикой принудительных абортов, принудительного труда и рабства. Сообщается, что за первые два месяца текущего года общий объем бюджетных поступлений в Китае сократился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Министерство финансов Китая обнародовало данные о бюджетных поступлениях за январь-февраль 2024 года. Соответственно, общие доходы бюджета снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 4 триллиона 46 миллиардов юаней, около 619,5 миллиардов долларов. Председатель Совета Европейского Союза Шарль Мишель объявил о решении начать переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной. Мишель сделал это заявление в социальной сети X во время саммита ЕС в Брюсселе. Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в ЕС 15 февраля 2016 года и получила статус страны-кандидата 15 декабря 2022 года. Поступило сообщение о том, что корабли береговой охраны Китая нарушили японские национально-территориальные воды в районе спорного архипелага Сенкаку в Восточно-Китайском море. По данным штаба береговой охраны 11 округа в районе Наха, провинции Окинава, 4 корабля береговой охраны Китая вторглись в японские территориальные воды. Китайские корабли, подошедшие к юго-восточному побережью острова Кубадзима, находились в этом районе в течение 2 часов и покинули его после предупреждения береговой охраны Японии. По итогам первого саммита по ядерной энергии в Брюсселе, организованного Международным агентством по атомной энергии и правительством Бельгии, была опубликована совместная декларация. Более 30 стран, поддерживающих ядерную энергетику, обязались совместно работать над продлением срока службы существующих ядерных реакторов, созданием условий для финансирования инвестиций, строительством новых атомных электростанций и малых модульных реакторов.